Итак, снова всем привет. 19-я ферма. Записываю я эту же карту. И, оказывается, нажал какую-то клавишу. Не помню какую. И у меня микрофон выключился нахрен. Я весь ролик, все 15 минут. Не мое кино было, блин. Карта альпийская, взятая с официального сайта. Сложность средняя. Микрофон тоже новый, поэтому, блин. Посмотрим, как все будет. В принципе, дома не особо шумно. Да эти 4 дня было дома шумно, я просто не мог никак записывать. Ни физически, никак. Итак. Это был АТС. Если вы слышали. Сопли. Да. Забыл есть предбанник уйти. Итак, что мы имеем на среднем уровне сложности? Мы имеем гараж, имеем 2 трактора, бизон. По таким вот картам и на бизоне. Так, где наша ферма? Стоит она 500 тысяч, мы ее берем. А вот это поле. Ну, ладно, сейчас просто сделаем тест. Бизон, бизон. Блин, что-то с FPS-ом на этой ферме как-то не очень. Да ёлки-палки. Какие у тебя габариты, даже не мнутся даже. Но зато стартовый набор техники весьма неплохой. Во, идеально. Ой, давай. Да ладно, не ори. Блин, не обязательно прямо так вот. Просто примерно понять, как он будет себя вести на таком поле. Потому что примерно вот такие поля тут и будут. Ну ладно, тест прошел, тянет. Угу. Стартовый телескоп у нас даже есть. Звуки флага. Звуки воды, которые, мне кажется, кому-то просто надоедят. Блин. Кстати, давайте проверим, пишется вообще звук или нет. Так что буквально секунду. Да уж. Слава яйцам, все работает. Тем более я убрал. Я уже не помню, какая клавиша, но я просто убрал ее далеко и далеко. В принципе, микрофон пока ничего не хватает. Ну, посмотрим. Так, что у нас тут? Судя по звукам, это коровник. Да. А тут какие-то... Грёбаная собака. Жил же я не в городе, кто-то заметил. Так, где у нас тут еще триггер? Тут. Лошади, по-моему. Да, лошади. Ну, чисто проверить, как они ходят. Бац, лошади есть. Блин, вот кому-то вот такие звуки просто по голове будут тут давать. Так, свинюшки. Блин, наверное, и клавиатура теперь будет хорошо звенеть. Где-то еще наверху был. В общем, в принципе, стартовый комплект неплохой. Учитывая, что... Подожди. Они уже встроены в карту, да. То есть на старте есть неплохая техника. Сразу все... Вся животина. Небольшие лаги, правда. Но у кого лучше 1050 и i3, то может не париться вообще. Блин. Что-то у меня сегодня с интернетом. Ну, давайте пробежимся, посмотрим. Да чтоб тебя. Грёбаная винда, наверное, обновляется. Ты заколебал. Ой, я не туда побежал.
Кстати, дорога неплохая. Не узкая, и, по-моему, трафик тут не ездит, если я его не выключу. Фоновые звуки слишком громкие, лично для меня. Хрена тут подъема. Я в одиночке смотрю, но я не всю посмотрел карту. Блин. Кемперы. Ой, пока доедешь до поля, это... Трафик по-любому я советую выключать, потому что он будет только мешать. Пешеходы. Так, а это куда ведет? Это что за поле такое? А, ну... Все равно интересно, что за поле такое малюсенькое? Так, а, вот оно. Серьезно, картофель? Ну, мне кажется, основной упор этой карты – это животина. Потому что травяных полей много. Но дороги тут уникальнее для своей карты. Ну вот. 300. А у нас, получается, на старте есть два небольших травяных поля. Потом можно взять вот это. Вот это, кстати, точка продажи. Так, это... Ой. Тюки сделать на такой карте, это вообще геморрой полный, особенно кругло. Не дай бог, они еще в речку укатятся. Кстати, да. Это повод даже проверить. Магазин весьма неплохой. Так, мне нужна вода. Нифига себе, сразу в гору. Ну это я помню, но карта рельефная, очень даже рельефная. Так, нет, на такой воде я скорее всего не... Вот почему-то с этим микрофоном... А, нет, утонуть нереально. С этим вот микрофоном почему-то в ТС-ке приходится громкость выкручивать почти на полную. А здесь громкость буквально даже меньше половины стоит. И то, я не знаю, может быть, этого мало. В общем, ладно. Вода тут безобидная. А, застрял. Да ладно, не ругайся. Ух ты. Блин, вот в этом месте прямо... Опа. Блин, страшно. Была бы ночь, я бы точно испугался. Да ладно, не ругайся. Ай, не пускает меня эта карта. Так, слушай, это... Сюда, по идее, можешь зайти. Вот тут я нажал, тут, короче, музыка, но, скорее всего, YouTube просто скажет, иди-ка сюда. А вот это новенький домик. Ну, детализация как в каком-то инди-хорроре, конечно. Надеюсь, никто никогда не сделает скримера, блин, какой-нибудь на карте. Фух, ладно. Блин, телек-то какой древний. Подожди, а тут же второй этаж где-то был. Обзор дома. Нет, что-то какой-то криповый дом, честно говоря. Да хрен выйдешь еще. Один хрен, тут никто не будет ходить, хотя бы я похожу. Но вид зато классный. Так, что мы еще не посмотрели? Давайте посмотрим, что у нас под картой. Просто ради интереса. А то иногда авторы любят под карту какие-нибудь объекты запихивать. Ой, ну какие же тут маленькие поля. Ну, в принципе,
как я и говорил, эта карта в основном не для сбора урожая. Ох, вот этот колокольчик он. Это еще у меня звуки окружения не на все включены. Так, сейчас я попробую забраться на самую высокую. Чем-то мне это GTA напомнил. Так, с прыжком он побыстрее. Охренеть, тут еще можно и... Вот на 17-й была классная альпийская карта. Не помню название, она вроде так и называлась. Альпы. Да. Видок, кстати, классный у карты. Вон внизу наша база, дороги. Причем можно все разглядеть. Лес вообще не прорисовывается. Ну, карта такая своеобразная, не для всех, поэтому пробуйте. Проблемы с FPS-ом есть, но незначительные. А так, основные косяки уже, если они есть, появятся в процессе. А я пойду дальше смотреть. Нет, я пойду жрать. Так что всем приятного аппетита и всем пока.